В этом ролике вы увидите, как мы моим трем подписчикам, победителям раздач, делаем бесплатные сопровождения на 7-й карте, где вы сможете оценить каждый сопровод и написать в комментарии, какой сопровод был самый лучший по вашему мнению. Возможно, какой-то не получилось сделать. Поэтому кто кушает, приятного аппетита и приятного просмотра. Это первое сопровождение, и мы сразу же бежим на Радик. Ты мне помог с последним типом справиться с Долетавик. Оружейки открываем тоже. Он подсосался. Если нужно будет флайер нам. Да, открывал. Ну, не помешал бы. Все, давайте сразу, куда ты бежишь? На боссу не надо. На тросы на факторе также. Также у двери скидываем. Да, у двери скидываем лут. На факторе никого экстра. До золотаж можешь лететь. Да. Трехэтажку потом лутай. И это... нам лети. Лутать да, ее? Да, трехэтажку лутай. Там на первом этаже и на втором два ящика. А письменки мне не открывай лучше. Ну и после этого на тросе улетай к там. О, флайер есть. Отлично. Что-то... А, это... Что-то людей вообще нету. Ну, а те что? Я плохо видят. Очень плохо. Не могу без людей. Слишком мало внимания к нашей команде. Да. В этом-то и дело. Да, ролик скучный будет. Мы просто лутаем, ящики. Да, зато первый. У вас люди? А, да? Да. Ну ладно. Экстра беги к черной двери. Сейчас. А где еще? Сигма. Блин, я все пропустил. У меня опор. Где? Не все я пропустил, не все. На этой, на факторе есть. Так, скидываю. Дарк и Андрея, вы скинули все? Держи. Тут письменку. Да. Письмо забери, я экстра еще. Там письмо я скину. Ага. А, тип. О, тип встал. Где-то здесь передо мной. А, он сверху. А мы его добили? Погнали со мной, пошлите. Погнали через низ. Двое через низ, а я кручу. Я кручу-верчу. Через низ посередине. Экстра, ты не лезь. Да. А, все. Где-то мой. Так. Ну, шмотки на первой карте отлично. Передадим потом. Так, это мой. Watch out. Так, я понял. Что здесь? Видите, сейчас я по камеру. Хорошо. Пошли к двери, экстра, беги ко мне. К двери пойдем. Я открою, забирай. Не особо-то насыпало. Пошли к боссу. Так. О, мифики. Скинешь 3 мифических предмета на обмен? Мифических, все. А по, вот, подороже ничего нету? А, ну ладно. Ты чё? Ты самые вот. Дорогие нам скидывай. Самые дорогие тоже меняй. Да, самые дорогие. А, у тебя их всего... Я скину вам убить. А, у тебя всего 3 было их, да? 5, я 2 поменял. Держи, я скинул вот здесь. Сам. Давай я заберу. Отдам ему потом. Смотри, мне точно надо. Давай, пока. А, босс пришел. На предметы ставь экстра. Нет, все ставьте, я заберу. Челик у нас. Watch out. И не один.
Две головы дал. Так, это другой. А, у нас танк еще есть. Погнали на танк. А, еще. Так, сейчас заберу. А, так его кто-то гасил уже. Слышишь? Ну кто-то есть. Ну, наверное. Ну и не надо по мне. Ой-ой-ой. Нифига он. 114 места еще. Четыре камешочку. Дарк заберешь? А, да не надо, блин, зачем? Так, скинь все предметы, что наутал в сейфе и так далее. Посмотрим, сколько здесь всего получается. Три шлема, броник, МК. Хватит стрелять. Чё стреляешь? Расстрелялся здесь. Так, тут шлем. Ой, три шлема, броня, рюкзак. Слитка 4. 23 батареи. Ничего себе. Так, один из чертежей и одна груда, и 6 жетонов. Ну, в целом неплохо. И 2 МКшки. У тебя еще МКшка, да? Ай! У тебя еще МКшка, да? Господи! Да, у меня МКшка. Все, забирай все. А кошельков 3700. Тоже неплохо. Груда здесь в сейф закинь. Да зачем? Можно на выходе. Я просто здесь положил, все нормально. А, тебе еще помещается, да, шлем? Да. Все отлично, да, вот, все. Побежали. Держи. Забирай. Ой, рюкзак еще. Забирай. Кстати, экстра, ты в курсе, что мы должны были тебе делать сопровождение на 5-й карте? И я что-то слышал перед первой каткой. Ну вот. Надеюсь, сопровождение понравилось. Такой бонус, спасибо. Да, все. На связи, привык просто играть уже на 7-й с этим пушем топа. Это второй сопровод. Но здесь уже будет сложнее. Сразу перейдем к сути. Помню, у вас тихо, приехали. Молик в ноги, никто не вечен. Это почему? Отлично. Не отлично. Откинуть еще один. Да, молик. Да, прокинь. Забрать все с моликами. Так. Там хэшку тут греет. Да, он прям сюда ее греет. Сейчас надо перебежать всем быстро. Артем, готовься. Третий, давай. Перебегай. Асай, перебегай. Да. Перебегаем. Вот так вот. Вот так вот я. Так, оп. Ты перебегай. Все, уходим. В надежде то, что нас не встречают. Не-не-не. Все, уходим. За мной да. Бежим. Не надо, васаби. А, у нас типы, они сейчас... Ничего, они сейчас, да. Да, я видел, услышал точнее. Собак не трогайте тут здесь. Вон, вот здесь слева лутай, третий. Есть, у нас встречают. Ряни, ну-ка. Мне лутать? Да, лутай, да, лутай спокойно. Я на варихау? Да, на варихау сидим. Ты на первом этаже залутал ящик? У тебя там на первом еще есть? Да. Все отлично. Баликом и вещами. Нет, мы тебе вещи на первой карте скинем. Весь радик сейчас ты себе забираешь. А вещи на первой карте передадим сами мы тебе.
А к черной двери все скидывайте, что налутаете. Парком. А в рюкзак ее положи пока что. Угу. А кто скинул из вас пряня и васаби, проткуют двери и сразу на ту сторону бегите. Хорошо. А, лед пока не лутайте, сразу на ракеты. Сразу на ракеты. А, некуда дальше. Ко мне подходи сюда, ратку забирай. Ты чё, у меня сенсор. Вот еще тебе. Надо место освобождать. Освобождай. Утали ракету и ушли. А вот они. Все, забирай, выкидывай все. Вообще... Выкидывай все. Третий, прям все выкидывай. Понял. И забирай именно ратку. Все, эти вы пришли. Осторожно, васаби, не рискуй. Вы живые нужны. Я пытаюсь уйти. Ну все, отходите. А у меня все равно места нету. Все, можете к нам отходить пока что. Мы не можем, у нас двое. Забирай это тоже. Где они? Дайте метку. Сколько их? Сколько их? Соло остался, еще подходит тип. Еще подходит тип. А, да, другие. Убивает сразу. Куда еще типа? Со спины. Все. Да, я сегодня не играл. Сегодня вообще не занят был. Сразу идите, лутайте. Окей. Втроем. Да, на факторе втроем держитесь везде. Понял. Стали, скорее всего. Вот она. Он ходит, прям пытается уйти. Он ничего, это не положил. Забирай сразу отсюда весь радик. Окей. Прям иди в фактори, чекни фул. Ну, они все золото, тут радик овермало. Все типа прилетели, что ли? Да, типа, упор у меня. Молодец. Сидит, тресни, лутай. Так, мне что? Конец. Ну все. А чё сразу добиваем? Да. Чё, скучно, да, пацаны? Такое чудо, что МГшки и МКшки прям порезали урон уже. Колоссально. Потому что я типа взобревал, вот вчера просто за секунду взбревались. Сейчас я не могу даже взбрить за секунду, типа. Тут лутано. Но они на факторе, первый этаж. На первом этаже они. Он на второй поднялся. Где он? Ну он вы вообще пусть перед лицом бежит, вы просто идете. Нормально. А где они? Подожди. Вот первый всё. Ладно, что-то третий не услышал. Сталики попадали. Тихо-тихо, осторожно, пока не лезем туда. Хорошо. Угу. А у черной двери скидывайте ящик, лут весь. Место же есть еще для предметов у тебя? О, красава, давай васаби тащите. Тащите.
все. Отлично, отлично. Все. Минус 2 пока. Минус 2 там было? Хорошо. Да, там 2 файтилось. Подфайт. На, сразу забирай и в моем ящике здесь. Вот в этом забирай, посередине. И вот, я скинул тебе. А скинь мне вот эти, которые я тебе сейчас скинул, забыл название. Сведения там или как оно? Скинь 3 штуки мне. Нет, нет, подороже. Ой, которые. Ща. Или печать там. А, понял. Нет, нет, не слитки. Вот, секрет сведений, что еще дешевле у тебя есть? Или только чертежи? О, все, я обменяю сейчас. Так, подожди, стой, еще есть у тебя какие-то... Так, сейчас надо по предметам разобраться. Красные предметы. Красные предметы, какие у тебя есть, кроме чертежей? Но не слитки. А, вот, подожди, где сведения были? Вот еще сведения одно есть. Что забрал, самое дорогое? Хорошо. У вас типы? Это штурм. А. Это халявная КД, ты чё? Понял, понял. Миру того. Пряня, давай не сейчас. А. Беги за мной, мандарин. Да потом. Это прикольно. А, давай, давай, давай сейчас, 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 сейчас. А забирай вот, получается, вот это все. Где, где, где пряня? А, он здесь? Привет, привет. Ты подписан на Бойко в Ютубе? Рекламная пауза. Подписывайся на YouTube Бойко Папка. Да. Да, я подписан. А, ты подписан? Все. Я таки... Блин, печально. Да. Ну, давай, спасибо. Удачи себе. Давай, мандарин. Мандарин, мандарин, беги за мной. А, постой, подожди, там Васаби тебя зовет. Тебе 2 чертежа. 2 чертежа, забери у него. Сзади. Подожди. Вот так. Бери. Видите рекламу. Тихо, у меня тип. Идем к Вите. Реклама. Ой, это походу штурм был. Ты штурмовик, что ли? Что-то молчит. А, не молчал. Я штурмовик. Ну вот, блин, надо было говорить. Сразу. Реклама. Подойди ко мне, жетон тебе скину. Зачем жетон тебе ткань? Выбрал. Ты без ткани? Да, ткань. Вот на жетон. А, это штурм тип. А. Боже, ну за что? Ну, прости. Бойко, ну за что? Ну на автомате получилось. Спасибо, братанчик, что меня убил. Очень рад тебя встретить. Давай, удачи. И тебе удачи. Не грусти. Будут еще гадки. Свободен второй слот. На, бери вот это. Давай я ему отдам на первой карте. Я дам ему на первой карте. А, груда, груда еще. Ничего себе. Сможешь вещи я тебе дам, ведь... Скидывай фиолки. Да-да-да, я смогу васаби. Давай. Так, сейчас я поскидываю. Все, на выход идем. Погнали к выходу. Покажи, что тебе выносим. Ой, не ты. Тебе не надо. Вот сюда, подойди ко мне, скидывай здесь радик весь. Радик скидывай. Так, 4 чертежа. Ну, здесь по мелочи, кристаллик тоже был, батареи 16. Планшетов 8, 4000 кошельков, неплохо. 4 слитка, а вот 5 слиток и еще чертеж. Еще сведения секретные, груда и кристаллики. Ну, неплохо, неплохо. И 7 детекторов. Как тебе сопровождение понравилось, скажи? Не слышно тебя. Очень. Точно? Да. Как будто мы его пытаем здесь. Ну, первое все. Мое сопровождение вообще. А, вообще первое? Ну все, я думаю, хорошее для первого. Еще бесплатно. Все, забирай все. Так, все, стой, подожди, стой, эх, стой, стой, блин. Стой, все, стой, подожди, не уходи. А, все, сопровождение точно понравилось, да? Да, очень. Все, отлично. А, все, мы засняли, все, давай, все, бесплатных сопровождений не бывает. Мы лут делим напополам, это так, просто чисто половину заберешь себе, там что поместится. И все, а давай, давай, все. Шучу, шучу, ты че? Уже, наверное, испугался. Не, у нас бывает бесплатное сопровождение. А ты поверил, мандарин? Ну, так, немного. Я знаю то, что вы иногда шутите. Еще шлем. А, броник. Скидывай ты пока броник.
Подойди к нему, скинь сразу, все, и выйди. Можешь идти. Все, прянец, спасибо пока что. А такой вопрос. Бойко, ты только с эклановцами пушишь топы? В основном, да. Так, держи. Это тебе бонусом. А то что только броники скидывать? Правильно? Все, приятных хаток тебе. Спасибо огромное. Пожалуйста, пожалуйста. Угу, вам тоже хорошо запушить топы. Спасибо, спасибо. Все, пока-пока. А это третье сопровождение. Здесь мы посмотрим и определимся, какое сопровождение было самым лучшим. Да, любимый наш спам. Все. Лутайте, да, лутайте ракеты. А, бота на сковородку васаби. Бату не подходи, Рек. Боже. Бегу, бегу, бегу. Рек, давай, тащи. Не нокайся только. Опа. Так. Идем дальше. Где еще? Где еще? Справа еще должен ходить. Справа ходит. Он вдали где-то. Что можно делать? Да, что ты говоришь? У меня. Здорово. Здорово. Здорово, ребят. Здорово. Здорово. Че, как вы? Да, отлично, а вы как? А, ну это пипец. Да? Честно, никак. Третий, иди к мне. Ну ладно, бывает. В себя много чего упало. Здравствуйте, васаби. Васаби, ты где? Третий не летает, мне сутан тебе. Третий. Не лезь пока что. Сейчас заберу. Пока пусть у тебя побудет. Пусть у тебя места не хватит. Места не хватит. Понятно. Давай. Что он тебе сказал? Он смотрит, как он... Ну, бывает. На факторе залетаем. Так, письменки ты тоже открываешь, слышишь, третий. Да. Стой. Письменку, пусть кто-то, у кого... Рек, у тебя же письменка, да? А я этому третьему отдал. Не, не надо ему отдавать, забери у него, забери. Третий, отдай ему. Блин, упал. Он в той стороне, лутай ящик. Ну и ладно. И дверь залутай, Егор. Дверь иди залутай. Так у меня свернул. Так ты куда? Да, он тебе не отдал, иди забирай у него письмо. Письмо отдай третий, второму. Вообще желательно, чтобы кто-то со мной пошел, потому что... Нет, Река. Вот, да нет, забей. Поэтому беги один, все нормально будет. Третий, беги ко мне. Давай, беги сюда. Вот здесь лутай ящик, вот тут. Что такое-то? Вон, да, сверху лутай ящик. Нет, не ко мне, сверху ящик лутай. Давай, беги ко мне, третий, беги ко мне. Беги сюда. Давай, быстрее. На втором этаже вот здесь лута ящик. На втором этаже. А мы васаби в бархаус погнали. Да, надо третьему идти скидывать. Третий. Только ратку скидывайте. Вон, к нему бегите. Он сюда прибежал, что ли? Ну, капец. Прикольно. А, нет, все. Типа. Осторожно. На третьем еще скидывать. Быстрее, забирайте, скидывайте все и быстрее. Он к вам бежит. Отходи. Еще один. А здесь у меня приостановилась запись, но ничего колоссально не поменялось, только нокнули тиммейта. Спина. Третий, поднимай нас. Давай, поднимай нас. Иди забирай вот это все. Все, третий. Куда ты побежал? Третий. Я же тебе по-нормальному объясняю. Давай, подходи. Забирай вот это все. Мы тебе все покажем, не переживай. Что там вкусно? Не слушай их. Забирай всю ратку. Самое дорогое. Давай, вон, армейский жетон есть.
патроны все скидывай, прямо подчистую скидывай. А я тебе сейчас принесу, покажу, что тебе выносим. Давайте, Рек, идите сюда ко мне. Стой, 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 ты там все забрал? Иди сюда, третий, и будь рядом со мной. Беги, подойди вот ко мне, вот эти еще нашел жетон, смотри. Генератор. Кошельки обязательно забирай. Забрали все. Ты сюда неси все в здание. Все, все забрал, дорогое. Фиолки выкидывай, дорогие самые забирай. Все, все дорогое сам забрал. Патроны все скинул, да? Все поместил. Все, а у тебя в Васаби ничего не осталось, да? Васаби, у тебя если ничего нет, то ты идешь на танк. Беги сразу на танк. Все, беги. 8.1. Отлично, значит чистыми 7 лямов точно есть. А мы бежим на выход все дружно. Стой, пока ждем его, иди сюда, третий. Ну-ка, давай, иди сюда. Иди сюда. Вот здесь возле меня скинь все, что тебе налутали. Вот возле меня скидывай. Еще, Мкашка. Так, тебе сопровождение понравилось? Ну-ка скажи. Да? Точно? Все устроило? Вон тебе сколько? 4? 7? 7 шлемов? Броников здесь тоже 4. МКшки 2. 2 рюкзака, 3 рюкзака. А, у тебя еще МКшка, да? Ну-ка, по Радику что тут? 2 груды, слитков 8. А, 3 груды. Жетонов 9. Кошельков, ну, мало, 54. Сведений много. Батарей 14. 3 кристаллика. А, 8,6 уже. Ну, то есть 7,5 точно у тебя чистыми. Слушай, из всех победителей у тебя самый, самый крутой сопровод получился. Очень много вещей. Ну, сколько получается у тебя? 8,8. Ну, вот сейчас должно быть 8 лямов, думаю, чистыми. Ну, там, может, 8,1 будет. Или 8 ровно. Снимай себе. Ау. Я могу все одной ходкой отдать. А, слушай, поместить в рюкзак, да, все? Не-не, на себя одень один броник и шлем. Что, до выхода. Дай ему один шлем. Да. Когда следующая раздача, я буду участвовать 100%, пишет. Вдруг опять первое место. Ну, слушай, там рандом. То есть не я выбираю, как повезет. Я думаю, на этой неделе будет. На этой запустим новую раздачу. Следи за моим ТГ-каналом. Я из друзей никогда сразу не удаляю. Только ты, главное, запрос мне не кидай много раз. А, стой, не выходи, не выходи, иди сюда, иди сюда. А, иди сюда, ко мне подбеги. Подбеги, стой. Забирай все. Забирай. В рюкзак все. Место еще есть? Так, давай. Тогда вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Поместится? Сталик на себя один. Стой. Дайте им кашку. На, дайте, держи. Дайте им кашку. Держи. Я скину. Бегут. Давай. Капец. Капец. Ну это капец. Сейчас. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Они там так закричали в общий чат, конечно. Да, они кричали. Да, они говорят, красный, красный. Капец. Да, конечно, не повезло, что ты меня застопил. Да. Людям повезло. Забирай. Подойди ближе сюда. Все. Спасибо. Пока-пока. Побежал я. Приятных тебе каток. Надеюсь, тебе хватит. Я тебе еще и дополнительно накинул. Не только то, что потеряли. У тебя оружие теперь полно всяких. Все. Давай. Кстати, в АМРках не забудь, там два тепловизора лежит. Все, давай. Пока-пока.